Когда прохожий прогуливался по парку, он обнаружил, что у бездомной собаки на шее железное кольцо. Тяжелое железное кольцо каждую минуту причиняло ей боль на каждом шагу, и она даже не могла съесть еду, брошенную ей прохожим. Прохожий немедленно отправил собаку в спасательный центр, и люди бросили все силы, чтобы вытащить железное кольцо. Однако стальное кольцо было слишком маленьким, и оно прочно зажало шею бездомной собаки, затрудняя движение. Оказавшись в беспомощном положении, Персоналу спасательной станции пришлось связаться с пожарной командой и попросить их принести инструменты, чтобы найти способ отделить железное кольцо. Стальное кольцо слишком тяжелое, и для его снятия необходимо использовать профессиональные режущие инструменты. Пожарная команда удалила волосы с головы и небольшую часть шеи бездомной собаки для спасения. Прежде чем разрезать, пожарные накрыли голову и тело собаки тряпкой. С одной стороны это делается для того, чтобы собака не увидела ужасающую сцену, а с другой стороны это также для лучшей защиты. Почти три часов жесткой резки, тяжелое стальное кольцо, наконец, было успешно отделено. Стальное кольцо оказалось очень тяжелое, толщиной от 2 до 3 сантиметров и весом 2 килограмма. Действительно трудно представить, что собака так долго жила с такой тяжелой вещью. Теперь спасательный центр также помог собаке найти новую приемную семью.